Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Ввод жилья в Кировской области по итогам полугодия сократился на 1,5%. Падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировал Росстат. По данным ведомства, за 6 месяцев 2017-го в регионе введено в эксплуатацию почти 205 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В целом, по Приволжскому округу Кировская область выглядит середнячком. Более серьезное падение объемов строительства от 30 до 7% зафиксировано в 7 регионах ПФО из 14. При этом по количеству сданных квадратных метров регион находится в аутсайдерах. Меньше, чем в Кировской области, жилья было построено только в Чувашской республике, Мордовии и Мариэл. В лидерах Приволжского округа по вводу жилья – Башкортостан и Татарстан. 1 миллион 16 тысяч и 1 миллион 92 тысячи квадратных метров соответственно. В Кировской области за полгода сдано в эксплуатацию в 5 раз меньше. Дайджест недвижимости. 60% кировских тепловых сетей готовы к зиме. Об этом сообщает Кировская теплоснабжающая компания. Проведена прессовка 67 секций тепловых сетей из 88. На 54 секциях уже завершен ремонт обнаруженных неисправностей и успешно проведены повторные гидравлические испытания. Всего с начала летней ремонтной кампании специалисты выявили более 300 дефектов. Задача – привести в порядок все тепловые сети в Кирове. Их протяженность более 1000 километров. Параллельно КТК проводит работы по замене нескольких участков теплотрасс в рамках программы «Реконструкция», напоминает портал Киров.ру. В целом на подготовку к зиме теплосетей Кирова и Кирово-Чепецка направлено 650 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Новый терем российского Деда Мороза будет стоить 5 миллионов евро. Именно столько, 350 миллионов рублей, просят из федерального бюджета власти Вологодской области на строительство новой резиденции зимнего волшебника в Великом Устюге. Место для нового дворца уже определено. Строительство планируется начать в следующем году и окончить к 2020 году. Старый терем Деда Мороза уже не вмещает всех желающих. Его пропускная способность не более 6,5 тысяч человек в сутки. Потребности россиян в дедушке в последние годы выросли, особенно в зимнее время, поэтому появилась необходимость увеличить площадь его дома. В случае, если средства будут получены, российский Дед Мороз станет самым состоятельным домовладельцем среди своих коллег, отмечают СМИ. Поместье Юльтумина из Швеции вместе с лесными и водными угодьями оцениваются только в 3 миллиона евро. На третьем месте в списке зажиточных новогодних волшебников окажется Пернаэль из Франции. Стоимость его основной штаб-квартиры и заграничных резиденций составляет менее 1,5 миллиона евро. Самым скромным из зимних волшебников является финн Йоулупуке. Несмотря на то, что в Лапландии ему принадлежат солидные 10 гектаров, цена поместья составляет всего 800 тысяч евро. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.